Соединить век нынешний и век минувший поможет черно-белая история на фотографиях. Вот вход в городской парк. А это аллея, на ней были портреты передовиков. Колесо истории парка крутится вот уже 122 года, хотя точная дата рождения популярного места отдыха не установлена. То, что мы называем нынешним городским парком, составляло две, будем так говорить, прилегающие друг к другу территории. Это одна территория — губернаторский дом и сад вокруг него. И вторая часть — это вот общественное собрание, ныне наш театр, и общественный сад, который примыкал к общественному собранию. В музее лишь несколько снимков. В основном это фотографии конца 19-го, начала 20 веков. Предположительно, после 30-х годов прошлого столетия парк и стал нынешним местом отдыха с аттракционами и скульптурами. Перекрытия для каруселей и самолетов в 50-х и 60-х были деревянными. Изменились и другие аттракционы. Ветерану увеселительных услуг колесо обозрения уже 34 года. Первое колесо стояло на том месте, вот, где... Сейчас вот эти сталкивающие машинки, вот на том месте было колесо, самое первое. Не помню, какой год там это. Точное число аттракционов в советское время неизвестно. Сейчас их порядка 25. Был вихрь на цепочке, стоял, вот сейчас новый там стоит, салют называется. Была дюймовочка стояла, тоже ушла. Потом детские были аттракционы, юнга, там была, потом солнышко было. Руководство парка стало собирать историю примерно 4 года назад. Пока фотографии только в электронном виде. Их набралось уже больше 20, рассказывает нынешний директор, стоя на сковородке. На знаменитой танцплощадке теперь готовят шашлыки. На танцы бегал и сам Дмитрий Василюк. Увидел не на сковородке, рядом со сковородкой. Действительно, это так. Встретил жену рядом на набережной. И первое наше место, которое мы посетили совместно, это была именно эта сковородка. В 90-х жители ближайших домов и пациенты нынешнего корпуса горбольницы стали жаловаться на громкую музыку. Так что на зеленой эстраде она была для тех, кому за 30, и на сковородке уже оттанцевали. Не исключено, что со временем собранные фотографии украсят аллею. Но в горпарке говорят, новую историю будут творить еще не скоро. Светлана Рожкова, Евгений Налабырдин, Альфа-Новости.